На ваших часах доброе утро, у нас в гостях Добра Ночь. Здрасте, ребята. И Митя Храмцов. Да, в шляпе и в красной рубахе сегодня. Митя, доброе утро. Пожалуйста, познакомьте нас с коллективом Добра Ночь. Справа от меня Илюша Гиндин, кларнет. Очень приятно. Илюша Солёнцев. Роман Шиндербанджо. Евгений Лизин, большой барабан. Вау! Туба Алексей Степанов. Алексей Степанов. Класс. Мне уже все нравится. Митя, ну давайте утреннюю, несмотря на то, что добра ночь. Жгите! Слушайте, ребята, добрая ночь. Два вопроса есть к вам. Слушайте, я в следующий раз попрошу, чтобы меня связали. Танцы! И тут они пустили. Кстати, после того, как ребята закончили, захотелось сесть за стол и выпить. Да, перевести правильно. Конечно. Вопрос. Два вопроса. Как вас выдерживают соседи? Почему вы так популярны в Европе? Давайте со второго начнем. Ну, мы... Как, вы сами видите, почему мы так популярны в Европе. Потому что мы великолепны. Правда! Соседи приносят нам цветы. Шампанское. 4 утра. Да, играйте, да, играйте. Да. Не останавливайтесь. На свадьбы, на день рождения. Не продолжайте. Детей, да. Да. Судя по всему, Митя не только фронтмен, но еще и пиар-менеджер, и бухгалтер в коллективе. Бухгалтер не я. Не показывайте пальцем на этого человека. Ребята, мы знаем, что есть возможность у жителей Петербурга и вообще жителей страны побывать на вашем концерте в ближайшее время. Да. В Смольном соборе в ближайшее время будет большой концерт. Будем играть балканскую программу. Потому что мы играем разную музыку. Еврейскую, русскую, всех балканских стран, восточную. Мурку играем! Мурка очень дорогая. Очень дорогая песня. Ребята, вот. Но есть предложение сейчас коллективу «Добра ночь» сделать так, чтобы всей стране стало утро доброе. Просто... И просто взять и разбудить массово всю нашу необъятную родину. Давайте. Давайте вселенную, что уж там. Попробуем. Попробуем. Импульс называется. We'll be right back.
Большое спасибо. Чувствуете, как в стране сейчас потеплело, и люди стали просыпаться. Ребята, мы аплодируем вам. Большое спасибо. Великолепно. Ну и, конечно, сейчас мы продолжим нашу музыкальную тему. И у нас детсовет, кстати, тоже о музыке.